скончался на месте после 6 ножевых ранений. Сегодня утром в собственной квартире в одном из домов на улице Хайдара Бигичева был убит пожилой мужчина. По версии следствия, мужчина во время распития спиртных напитков что-то не поделил со своим гостем, вспыхнула ссора. Она и переросла в поножовщину. В результате один человек погиб на месте, второй, подозреваемый в убийстве с ранениями, находится в больнице. С места происшествия репортаж Нафисы Минязовой. Все произошло вот в этой 84-й квартире. По словам соседей, здесь часто устраивали бурные застолья, да и сам хозяин любил выпивать. Вот и в этот раз двое собутыльников поругались, что-то не поделили, и один из них схватился за нож. По версии следствия, двое мужчин во время распития спиртных напитков начали ругаться. Хозяин квартиры, как установили следователи, в порыве гнева взял нож и ударил собутыльника в шею. Однако последний смог выхватить оружие у обидчика и сам нанес нападавшему 6 ударов ножом. В результате хозяин квартиры от полученных травм скончался, а его гость убежал с места происшествия и обратился в больницу за помощью. По словам соседей, у убитого за спиной уже есть уголовное прошлое. Только за что он отбывал наказание и сколько раз, они точно не знают. По-моему, тоже у него что-то было по ножовщине. У него недавно, в том году, да? В этом году. Зимой вот только. Рассказывают, что в феврале этого года убитый привел в гости женщину и мужчину. В тот раз, говорят, ссора произошла из-за дамы. Тогда мужчина объяснил, что как мог защищал ее честь. Мол, его собутыльник хотел надругаться над женщиной, и кроме него за нее постоять было некому. Тут мужик начал к этой женщине приставать. И тут его ножом пырнул. Весь в крови вот так вот по локоть был. Его потом выпустили. Сейчас по данному факту в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». О самообороне речи не идет. 4 из 6 ножевых ранений были на спине убитого. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».